Знакомьтесь. Алена. Борис. Почему ты так напряжена? Расслабься. Он только с виду такой страшный. Это гуманнейший человек, поверь мне. Правда, Боренька? Конечно, папа. Ты заметил, как она преображает все своим присутствием? Сережа. И самое удивительное, что она сама не подозревает об этом. Она вообще мало знает о себе. К примеру, она прекрасно танцует, но не знала, что может петь. Но теперь вы наконец ощутили это. Что? Голосовую потенцию. У него мрачный юмор. Профессия. Очевидно, врач или аниматор не может быть иным. А как вы относитесь к театру? Да. Это занятие, при котором мозг активно отдыхает. Современная оперетта находится не на должном уровне. А где выход? Либо назад к старым формам, либо вперед в поиск. Я лично полагаю, что в основе самой пьесы должна лежать весомая идея. Сегодня оперетта не может быть просто развлечением. Нет. Давай переменим тему. Борис скучает. Нет, ну почему? Нет, почему же? Это вопрос всех времен и народов, ибо только искусство может спасти человека. Впрочем, и любовь, и вера. Человека может спасти реанимация, да и то не всегда. Я прошу прощения. Алена, можно тебя на минутку? Это ее партнер, Бейдери. Прекрасный человек. Пластически одарен необыкновенно. Моя оперетта закончена. Это рассказ о великом сердце. Отсюда и название. Человек, будучи сам несчастен, дарит людям добро. Такие люди были во все времена. В них счастье человечества. Еще Гёте говорил: перед великим умом я склоняю голову, перед великим сердцем преклоняю колени. Аркаша зажегся идеей и предложил первый концерт Чайковского. Это именно то, что нужно. Вплетен в ткань, в современный ритм. Понимаешь подспудную мысль? Нет, не понимаю. Это же просто. Гении и мы. Жизнь течет, а и искусство. Thank you.
Боря. Боря. Папа, когда ты наконец успокоишься? Ты, голубчик, извини, прости, но у нас нечто. У вас каждый день нечто. Нужно соблюдать нормы, если уж мы существуем в одной квартире. Я тебя понимаю, ты прав на 100%, но там что-то такое. Ты пойди к ней, будь добр. И когда ты наконец переставишь это паршивое трюмо? Сегодня же переставлю. Впрочем, сегодня у меня сумасшедший день. Сережа! Сейчас, сейчас! Ты уж, голубчик, не злись. Мы ведь не нарочно. Вечный бой. Черт. Извини, но ты все-таки доктор. Подожди здесь. Куда звонишь? Хочу вызвать скорую помощь. Подожди, я сам. Папа, не мешай мне. Подожди, сынок, я сделаю сам. Скажи, что ей уже пора. И больше ничего? Ты мне что-то не договариваешь. И еще, что она беременна. Я надеюсь, ты это знаешь? Иди спать, сынок, у тебя ведь дежурство. А теперь к черту сон. А ты представь что-нибудь однообразное и считай, считай, считай. Сейчас придет машина, и мы поедем. Ты боишься? Что ты, дорогая? Я же здесь. И вообще, чего можно бояться? Хочешь, я тебя почитаю пока? Работники кухни Днепропетровской школы 29 обнаружили у петуха 9 сердец и 3 печени. Поразительно. Не веря глазам своим, повара через редакцию газеты «Днепровечерний» связались с профессором, доктором медицинских наук Маковецким. Явления уникальные и интересные. В медицине, правда, известны факты, когда у людей и животных было по 2 сердца. Но такой организм значительно отставал в развитии. У этого же петуха все сердца работают нормально. Фамилия, имя, отчество? Петрова Алевтина Михайловна. Возраст? 27. Это первая беременность? Нет. Дети есть? Нет. Замужем? Да. Муж Петров Сергей Юрьевич, актер. Пожалуйста, на вокзал. Куда? Нужно это дело отметить, Боренька. Такой день. Как это случается? Всегда неожиданно все-таки. Мне бы хотелось быть все время с ней, но у меня утром репетиция, а вечером спектакль. А в середине дня я должен встретиться на киностудии с Игорем. Я ему отдал свою пьесу 2 месяца назад. И что ты думаешь, он ее уже прочел? Не надо так плохо думать о людях, сынок. Я думаю, что плохих людей почти не бывает.
Они просто не понимают чего-то. А стоит им только объяснить. О, совсем забыл. У меня же талончик к зубному врачу на 4 часа. Удивительно, сколько важных дат, событий отмечено нашим братом вот в таких буфетах. Тебе здесь не нравится? Безумно нравится. Понимаешь, это поразительно, когда в такое время, казалось бы, в такие зрелые годы тебе даруется такое счастье. Ты можешь взглянуть на жизнь обновленными глазами. Сын. Ну, не надо, папа. Прости меня, но я такое чувствую впервые. Ну, я, конечно, не в счет. 30 лет назад, в тот день, когда рождался ты, шла война. Я был на фронте. Я не знал, что именно тот день был твоим днем. Я его не зафиксировал, так сказать, для себя. А этот день я могу прожить, ощущая каждую минуту и заранее зная, что это за день. Понимаешь? Понимаю. Ты не хочешь разделить мою радость со мной? Не помню, когда я спал нормально. У меня уже расшатана нервная система. Это недопустимо при моей работе. Я все сделаю. Мы скоро разъедемся. Да не в этом дело. Мне утром на дежурство, а ты потащил меня сюда. Но мне казалось, ты был чем-то удручен. В 2 часа ночи? Ты прости меня, но я надеюсь, что именно сегодня, в такой день, ты и я откроем сердце друг другу. Расскажем друг другу о нашей боли. Рассказать о боли, значит, поделить ее наполовину. Ну, хватит, папа. Прости. Но я надеялся, что, возможно, могу тебе чем-нибудь помочь. Мне бы так хотелось, чтобы ты мог рассчитывать на меня. Спасибо. Ритуалы. Прекрасная вещь. Семейный обед. Хотя бы это. Если не каждый день, то хотя бы 2 раза в неделю, как минимум. Вы согласны? Но, может быть, Борису не нравится, как я готовлю? Ну, почему же? Ему нравится, уверяю тебя. Для соблюдения ритуала разделим обязанности. Кто-то покупает одно, кто-то другое, кто-то моет посуду, кто-то готовит. А во время обеда мы будем беседовать. Открывать друг другу душу. Эти обеды продлят нам жизнь. Вы согласны? Да. Нет. Почему? Купить картошку и хлеб еще куда ни шло. Открывать душу ежедневно за обедом я не намерен. Я пока в своем уме. Это потому, что я теперь сижу здесь? Вы не заняли чужого места. До вас оно пустовало. Дорогая, ты не поняла. Это философский спор. Скажи, мой мальчик, что-то происходит между нами. Что-то утекает между пальцев. Может быть, самое время задержать? Ничего не утекает, папа. Может быть, что-нибудь с Майей? Я так давно ее не видел. Сказать по правде, мне было обидно, что ты не привел ее на свадьбу. А потом я подумал, тебе видней. А теперь... И теперь мне видней. Учти, я не желаю, чтобы кто-либо копался в наших отношениях. А я и не копаюсь. Я и сам не желаю в них копаться. И очень хорошо, мне надо. А приходить сюда она не будет. Но почему? Да потому, что существует 2 финала для постороннего человека. Либо он будет смеяться над тобой, над нами. Либо в один прекрасный день назовет борщ ритуалом. И то, и другое мне неприятно. Следовательно, нам нужно оградить себя от посторонних людей. А разве Майя посторонний человек?
sie selber gemacht, aber man hat nur gelacht. Dann spielte er ein Lied und es geschah ein Wunder. Das ist der Pariser Tango, Monsieur. Ganz Paris tanzt diesen Tango, Monsieur. Und ich zeige Ihnen gern diesen Schritt, denn ich weiß, Sie machen mit bei einem Tango. Pariser Tango, ich schenke dir mein Herz beim Tango. Die Nacht ist blau und süß der Wein. Wir tanzen in das Glück hinein bei diesem Tango. Pariser Tango, ich wünsche mir, es bleibt noch lang so. Ein Leben lang so schön wie heute mit dir und mir für alle Zeit. Выпьем, папа, за этот день, который тебе так нравится. И я хочу сказать, что немного завидую тебе. И удивляюсь. Почему? Я не люблю искушать судьбу и не радуюсь дню, который еще не прошел. Удивительно все-таки. Представляю, нас сейчас трое. А завтра, может быть, четверо. Или пятеро даже. Уберите сапки. А тогда... 10 часов утра, еще ничего не сделано. Ты успеешь, не все равно. Да, старик, ты меня просто убил. Ну, повтори еще раз эту. Фате бене фратели. Да, представляю себе нашу афишу с этими фратели. Ты знаешь, я уже 12 лет завлит. Так дело же не в названии, а в самой идее. Как тебе идея и воплощение? Старик, подойди к главному. Он читал. Подойди к нему в антракте. Вечером он обязательно скажет. Да, кстати, а как переводятся эти фратели? Фате бене фратели. Угу. Спешите делать добро. Вот так, старик. А увертюра? Ну, как? Еще не победа. Но уже один шаг к ней. Наш труд прочитан. Ну и что? Видишь, название его покоробило, что ли? Но ведь это и хорошо. Название должно задевать людей, и кое-кого оно должно покоробить. А все остальное? Окончательный ответ вечером в антракте. Черт, я волнуюсь. Волноваться будем потом. Сейчас самое главное — продумать план наступления. Планомерная атака 90% успеха. Встретимся за час до явки и обсудим все до мелочей. Хорошо. Не опоздай. Разрешите. Хорошо. Пожалуйста, Всеволод Николаевич, у нас секретов нет. Самое плохое, что жена не верит, что я встречаюсь с тобой. Ну, хочешь, я сегодня зайду к вам? Она увидит меня и успокоится. Ты думаешь? Впрочем, сегодня я не могу. Такой день, Аркаша. Алена в больнице. Рожает. Что ты говоришь? Поздравляю. Спасибо. И я поздравляю. Спасибо, Всеволод Николаевич. Совсем потерял лицо, Михалевич. Уводят на пенсию. Не может быть. Однако так оно и есть. В его положении? А что же мы все молчим? А что говорить?
Если по закону, все правильно. По какому закону? Боже мой, как обидно. Думайте, что говорите, что за дурацкое слово? Что вы опять сердитесь? Сильные лекарства были, но самые новейшие. Хотя бы еще новее, если у него сердце почти разорвано. Он ведь еще бежал, две трамвайные остановки. Бежал, что из сил. Куда? Домой. Упал почти у самого дома. Глупость какая. Но вы же сделали все, что могли. Кому от этого легче? Здравствуйте, Майя. Майя. А чего ты не подходишь к телефону? Что за игры? В конце концов, мы не дети. Мы не виделись 2 месяца. Если не хочешь, чтобы я звонил, скажи... Когда забыл? В котором часу? Понимаешь, я не обещаю. Папина жена рожает, а у папы спектакль. Ну, не кричи, я буду. Буду? Да. Леночка, а какой сегодня день? Будто вы не знаете. Пятница. Тут я чувствую. Мила! Мы скоро начнем? Задник не готов. А когда он будет готов? Когда поставят. Просто и понятно. Игнатий Степанович, простите, что отнимаю у вас время, но дело неотложное. Слушаю вас. Михалевич совершенно потерял лицо. Жена умерла, сын после тяжелой операции. Как говорится, пришла беда, отворяя их ворота. Если слухи верны, и его отправляют на пенсию, это грозит бедой. Сергей Юрьевич, вы кто по профессии? Артист. Вот и занимаетесь своим делом. Мила! Я не член месткома, но я член профсоюза. Человек находится в критическом состоянии, если ему не подать руку. Я тоже нахожусь в критическом состоянии. Подайте руку мне, Сергей Юрьевич. Очевидно, я не нашел слов. Вы не поняли. Мне нужен молодой Эдвин. А где вакантное место? Вы его уступите? Вот и попытайтесь взвесить все за и против. Кто-то должен думать о пользе дела, что мы теряем и что мы находим. Мила! Задник готов. Маэстро, у вас готово? Давно готово. Сергей Юрьевич. Не нужно сейчас. Приходите в антракте вечером. Пипа, пипа, пипа. И был у девушки весьма веселый.
Мне жутко думать, что она там одна в таком положении. Может быть, ты хочешь лечь с ней рядом? Сегодня не могу. Сейчас у меня генеральная. Вечером спектакль. Папа, я прошу тебя, не сходи с ума. Ты все-таки позвони Роману. Ведь он прекрасный врач. Ведь он был причастен ко всем крупным событиям в нашей семье. А ритуалы, дружок, ты сам знаешь. Я знаю, но он может не дежурить. Ты все-таки позвони. Давай встретимся у зубной поликлиники в 16:30. Ну, пока. Пока, сынок. Это роддом? Доброе утро. К вам сегодня ночью поступила Петрова Алевтина Михайловна. Скажите, она еще не родила? Ага. А когда? Извините, извините. А, да берите же меня! Я уже рожаю! Честное слово! Орудие труда. 6 букв. Не понимаю, чего он так орет? Какая распущенность. Ничего, Парюша ты. Ой, ради бога, возьмите ее. Ну что она постоянно ест? Подумаешь, как будто я сюда на танцы пришла. Я гемоглобинчик поднимаю. Греческий танец. 7 букв. Вечер смотрю ваш номер. Он становится все лучше и лучше. Спасибо. Пожалуйста. Вы не опоздаете на выход? У меня еще есть время. Не гоните меня. Что? Почему вы грустите? Не грущу. Я всегда такая. Вы видели когда-нибудь, как чихает кот? А? Улыбайтесь чаще, это продлевает жизнь. А зачем ее продлевать? И это говорите вы. У вас еще столько чудес впереди. У меня? Вот как. Сначала вы удивились, потом нахмурились. Почти одновременно. Ваша душа совсем обнажена. Как это? Без покровов, значит, беззащитно. Ах, оставьте это. Я не беззащитна. Я достаточно сильная. Ну вот, теперь и вы. Значит, ты явился только по этому поводу. Ну, согласись, повод значительный. Да, если бы не этот блестящий повод, мы бы с тобой не виделись еще 2-3 года. Все-таки страшное дело, бывшая дружба. А? Почему бывшая? Старик, не могут друзья не видеться по нескольку лет, живя за 2 улицы друг от друга. Да занят с утра до ночи, вот пришел в перерыв и то по делу. Ты чего, защищаешься? Да нет, не защищаюсь. А вот так бегаешь целый день, оглянешься, а? Все суета. Суета, старик, суета. Суета, сует и всяческая суета. Но может, в этом есть смысл? Конечно, конечно. Значит, я тебя очень прошу. Ты уж проследи лично. Не думаю, чтобы там было что-то особенное, но все-таки.
прослежу. Отец доверяет только тебе. Я оправдаю. Вот, значит. Ну ладно, старик, говорить больше не о чем. Я пойду, меня мои красавицы заждались. Перестань. Ну что ты в самом деле? Встретимся сегодня же. Поговорим обо всем. Всю жизнь обсудим. Как она катится. Наговоримся до отвращения. Знаешь, как прежде. Хорошо, пока, старичок. Пока. Здрасте, милые. Здрасте, красавицы мои. Ой, ой, ой. Милая, ты что ж так кричишь? Не надо, горлышко болеть будет. Ты потише кричи. Ну вот мы и встретились. Вы рады? А я как рад. Я люблю своих друзей-актеров, но они создают слишком много шума вокруг каждого события. А прекрасное должно быть величаво. Да. Ну, Машка, специфика жанра, оперетта. Актеры для меня самые удивительные существа на свете. Я всегда поражаюсь, когда наблюдаю слонов и актеров. Ничего. А по-моему, это не остроумно. Актеры самые обыкновенные люди. Ты не права, дорогая. И пусть они даже удивительные, как слоны. В этом нет ничего обидного. За вас, невеста. Я сварю кофе. Ага. Подумать. Они меня не любят. Ты думала, он говорил об актерах вообще? О ком? Ты ничего не поняла. Обо мне. О Кардебарете. Ты слышала, как он сказал? Невеста. Глупыш, ну а кто же ты? Приведи себя в порядок. Успокойся. Я произвожу плохое впечатление. Я сама себе не нравлюсь. Помнишь, позапрошлый год? Я думала, не переживу его. Мне казалось, что жизнь кончена. Но сейчас все хорошо, правда? Я же тебя знаю, я твоя сестра. И потом, учти, у меня опыт. Я, конечно, хореографических не оканчивала, но зато 7 лет рядом с мужчиной. Так сказать, АИ университета. Ну, о твоем что могу сказать? У него, конечно, возраст и характер, мягко говоря. Но зато он не будет бегать на стол. Он будет носить тебя на руках. По мере сил, конечно. Ой, и потом, невеста не должна бегать заваривать кофе. Да. Но я боюсь это потерять. Я его люблю. Зло исчезло бы потому, что оно было бы побеждено, вытеснено в здоровой конкуренции. Вообразить себя. Они... То есть радость и красота царствуют в мире, а зло уничтожено навсегда. Сны Манилова. Сережа, ты абсолютно прав. Я целиком за «но». Нужна программа, Сережа.
Хаотическое наступление добра непродуктивно. А кто же поймет, что добро это добро, если не будет зла? Зачем ты мешаешь ему? Сегодня его день. Я не хочу, чтобы он выглядел смешным. Мне это неприятно. Как любопытно. Отец и сын. Отчего же такая несовместимость? Кофе. Спасибо. Не спи, веди себя прилично. Кофе? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Вы на меня сердитесь? Не надо. Мы ведь с вами друзья, правда? И помяните мое слово. Вы еще будете у меня рожать. Николай, это Боря Петров. Помнишь еще? Ищу тебя целую неделю. У меня к тебе дело. Назначь время. Спасибо. Пока. Ты меня слышишь, Майя? Я тебя узнал. Ну что ты молчишь, Майя? Ну давай поговорим, как взрослые люди, слышишь? Ну что в конце концов произошло, я не понимаю. Ну что ж, может тогда же лучше. Можно? О, Сергей Юрьевич, дорогой мой. Жду вас как манны небесной. Как вы мне можете помочь? Я вам? Да. Это парадокс. Присаживайтесь. Спасибо. Сергей Юрьевич, я буду работать, а вы моргайте. Угу. Один раз да, два раза нет. С прошлого раза ничего не беспокоит? Пока можете говорить. Вот тут, дорогой. Так, ну вот сейчас мы ими займемся. Откройте ротик. Так. У меня дома драма. Есть у меня сын Михаил. Генетика суровая наука. Из ничего и выйдет ничего. Мальчик, мягко говоря, некрасив. И даже очень. Хочет пойти в артисты. Не могу жить, не желаю, все такое прочее. Я ему говорю, Миша, ты же заикаешься. Так, 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 так. Сейчас мы его заделаем. Он у нас... Так, мы его... Эдак. Он. Хочу. Я ему говорю, Миша, ты же слегка волочишь ногу. Это, конечно, не трагедия. Так, хорошо, отдохнем. Тем более, что, судя по его, он более склонен к точным наукам. Миша, куда ты лезешь? Это же не просто так. Вышел погулять. Потерпим, потерпим. Это же труд, не приведи Господи. Я же вижу актеров в этом кресле. Я вижу их без грима. Я вижу усталых людей. Но разве это... Довод, когда тебе 16 лет. Сергей Юрьевич, я прошу вас, отговорите его. Расскажите ему, что это такое театр.
ты давно ждешь меня? А, нет, только что подъехал. Она еще не родила? Нет. А Роман? Все в порядке, папа. Ага. Ну, заедем в роддом, а потом я еще на киностудию. Нет, ты. Да, Боря, я видел сегодня Майю. Она, по-моему, чем-то огорчена. Да? Просила вернуть книги, потом заплакала. Да? Я ничего не понял. Я говорю, жена рожает. Я с трудом соображаю. Кто тебя просил говорить об этом? Я не понял. Что ты на всех углах кричишь? Рожает, рожает. Что за праздник такой? Я не понял, Боря. Когда ты хоть что-нибудь понимал? У нее должен был быть ребенок. И что? Ничего. Теперь не будет. Это ты так решил? Это она так решила. И я так решил. Ужасные решения. Правильные решения, когда не ясно. Когда ничего не ясно. Борис, это невероятно. Катастрофа. Ну, неужели же ты не мог? Она должна была переехать к нам. К нам? Ты что, издеваешься? Вдвоем им было бы даже веселее. Как я мог просмотреть? Ах, пап, молчи, а то я не знаю, плакать мне или смеяться. Если можно хоть что-нибудь изменить, если она сможет тебя простить, то завтра же она переедет к нам. Нет. Сегодня я никак не нахожу слов, и это уже второй случай. И Бог знает, чего это может стоить. Ой, остановите. Подожди. Вы свободны? Подожди, сын. Занято. Ну, пойдемте на стоянку. Алло? Игнатий Степанович, это Петров. Простите, что беспокою вас дома, но случай неординарный. Я взвесил все в случае с Михалевичем. И на любых весах мы больше теряем, чем находим. Вы говорите, Эдвин у дверей. Но кто научит его любить? Кого любить? Сцену. Петров рехнулся. Странно. Будет ли ваш Эдвин стоять в кулисах весь спектакль и радоваться каждому удачному номеру, как это делает Михалевич? Вот вопрос. А что ценнее всего для артиста? Что? Когда его слушают в кулисах актеры, когда зрители вокруг. Это счастье. Кто научит этому Эдвина? Кто вспомнит о наших днях рождения? Кто положит на столик цветы именно те, которые вы любите? Кто? А кто споет Эдвина? А кто поет его сейчас? Он плохо поет. Так может? Нет, я ничего не предлагаю. Может взять хорошего Эдвина на место плохого, а хорошего человека оставить в театре. Хороший человек не профессия. А что он хочет? Роль? О, если бы. Меня нет. А где ж ты? Я умер. Не говори глупости. Да? Игнатий Степанович, простите, это опять Петров. Я хотел уточнить, заходить мне к вам вечером в антракте? Заходите. Не отпускай машину. Мне еще нужно на киностудию. Я договорился. Пойдем. Конечно, скоро. У нас сегодня прекрасный день. Такие красавицы, такие красавцы родятся. Просто диво. А кого хочет, Сергей Юрьевич, мальчика или девочку? Ну, если девочка, наверное, будет балериной, как ты. Всю жизнь мечтала танцевать Жизель, а попала в оперету. Вы не любите оперету? Люблю. Я даже пою немного. Я уверен, что вы прекрасно поете. И поверьте мне, может быть, в этом ваша судьба. И совсем не случайно вы попали в этот театр. А я, знаете ли, пишу оперету. О чем? О добре. О том, что в нем спасение человечества. Не смейтесь. Я совершенно серьезно. И знаете, главная тема
как вступление, как кульминация, и начало первого концерта Чайковского. Самое начало. Торжественное, светящееся, как сама жизнь. Та-т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 а
я скажу подробнее. Мне интересно. Дакор. Стоп! Очень хорошо. Все, все. Да, все нормально. Все в порядке, всем спасибо, съемка окончена. До свидания. Благодарю вас. О, как я рад тебя видеть, бродяга Серый Волк. Ты что, посмотреть или поговорить? Мы с тобой договорились, я тебе звонил. Ах, да, 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 да. Ну, идем, идем ко мне. Погоди. Что? Ты в гриме? Ой, ты... Ты с ума сошел? Я был 2 месяца в Испании. А-а-а. Похож я на испанца? Безусловно. Слушай, Испания! Испания, Прадо, быки, корида. Устал. Как твои дела? Ты представляешь, 2 месяца буйства красок. Ну, буйства красок. А какие женщины? Слушай, боже мой, какие женщины. Кстати, как твоя новая молодая, а? Прелестно. Молодец. Молодец. Ты молод душой, ты испанец. Я, собственно, к тебе по делу. Да? Ты помнишь, что мы с тобой говорили до твоего отъезда? Говорили? Тогда помню. Ну, все будет в порядке. В каком смысле? Ну, я же тебе обещал. Я человек слова. Ты мне веришь? Верю. Все, все будет в порядке. Но я все-таки не понял. Ты верь мне и жди. Ясно? Слушай, меня в Испании научили играть в одну игру. Потрясающе. Идем. Берутся спички. Обыкновенные спички. Раскладываются на 2 ручки. И ты берешь и задаешь. Помоги-ка убрать это музейное. Ага. А потом столик убрать. Ребята, поторапливайтесь. Успеем. Так. Ты не беспокойся, все будет в порядке. Через месяц я начинаю снимать большие объекты, и там будет все. Я недавно женился. Можно подумать, что меня интересует материальная сторона, но поверь. Ну, я никогда ее не видел, но я доверяю твоему вкусу. Я не хочу, чтобы ты замолвил словечко. Замолвить? А? Кому замолвить? Никому. Работа должна говорить сама за себя. Ну, я не собираюсь афишировать наше знакомство, то есть нашу дружбу. Ты хороший актер и... В данном случае забудь, что я актер. Да? Ну, хорошо. Она сейчас думает о другом. Она рожает. Рожает? Я просто хотел узнать твое мнение, понимаешь? Но есть в этом хоть что-нибудь. Ведь это же часть моей жизни, понимаешь? Ты пойми, я только начинаю снимать. Я не могу тебе сейчас сказать точно, что это будет. Не придавай этому такого колоссального значения. Это будет хороший эпизод. Ну, эпизод. А что касается ее, то я с удовольствием, но понимаешь, у меня же в сценарии всего 3 женских роли. Игорь. Ты прочитал? Что? Извини, пожалуйста. Да. 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 Так. Понятно, понятно. Да. Да-да. Ну, хорошо, хорошо. Да. Да-да-да. Ты позвони мне через час. Ну, через 2 часа. Слушай, я же вспомнил. Я же вспомнил. А ты куда же ты? Пора, у меня спектакль. Я же вспомнил. Ты мне давал читать сценарий еще до Испании. Я же вспомнил. Ну, сейчас, 1 секунду. Сценарий? Нет. Он где-то здесь вот был. Ну, сейчас, ну, где-то вот тут. Ну, куда же я его, балбес-то, ну... Вот. Где же? А, вот. Вот. Вот он. Вот он, твой сценарий. Вот. Вот видишь? Игорь, это не сценарий. Как? Да-да.
Ты не обижайся, старик. Я замотался. Я не обижаюсь. Понимаешь, у меня в голове все перепуталось. Куча дел. Ты пойми меня. Я тебя понимаю. Ты понимаешь, ну, это проклятая суета. Она виновата во всех наших грехах. Подожди, ну, я... Куча дел, десятки людей. Ну, куда ты? Ну, подожди. Я опаздываю к началу спектакля. На 5 минут. Не могу. Я прошу тебя. Не могу. Ты знаешь, ну, я сегодня же прочту. Ну, да что? Честное слово. Да это совсем не к спеху. Прочтешь, когда будет время. Ну, будь. Будь. Ну, будь. Сережа! Я виноват. Ты прости меня. Мамочка, это тебе. Неужели ни разу в жизни ты не можешь прийти вовремя? Мамочка, дела? Здравствуй. Здравствуй, раздевайся. Ты что, хотел войти туда с бутылкой? А что, туда с бутылкой не входят? Веди себя прилично. Ну, хочешь, я поцелую ему руку. Здрасте. Поздравляю. Желаю вам всего-всего-всего. Спасибо. Спасибо, мальчик, спасибо. Когда за 50, то человеку следует желать только здоровья. Ну, садись, располагайся, как дома. Ведь так оно и есть. Здрасте. 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 Боря? Да. Это Боря. Ой, как ты вырос. Посмотрите, какой он молодец. А ведь я тебя носила на руках. Помнишь? Спасибо. То есть, нет. Ну, что вы будете есть? Спасибо. Товарищи, здесь много было здравиц в мою честь. Дело обычное. Я хочу поломать. Мы не будем друг другу говорить комплименты. Не стоим наших юбилеев, здравиц и пышных тостов. Ваня. Давайте посмотрим правде в глаза. Разве мы даем людям то, что они ждут от нас? М? Ну, Иван Сергеевич, ну вам-то жаловаться. Довольно, довольно комплиментов. Надо быть жестче, требовательнее в искусстве и в нашем повседневном общении. Брови, губы, нос – это еще не лицо. Ноги, руки – это еще не человек. В лучшем случае мы пытаемся уловить только деталь, не связывая ее с целым, не умея и не желая видеть многоликости, силы и единства нашей жизни. Давайте же откроем глаза и увидим ее. Давайте будем достойны ее. Прошу поднять бокалы. Прекрасному тосту, достойное блюдо. Форель, товарищи! Освобождайте место. Надеюсь, никто не сомневается, что эту форель поймал лично я. Прошу, пожалуйста.
как ты зарос. Отец совсем за тобой не следит. Я так и знала, что этим кончится. Неужели тебя лучше с ним? Не понимаю. Он следит. Сегодня же сходи в парикмахерскую. Попроси отца, пусть он с тобой сходит. Здрасте. А, это ты? А я и не ожидала, чего так поздно. Задержался. Какие милые цветочки. Боря, почему ты не здороваешься? Здравствуй, мальчик. Здрасте. Боря, ну не будь букой. Это для тебя твой дом. А Иван Сергеевич близкий человек. Почти как папа. Почему ты встал из-за стола? У вас был телефон в коридоре? Да, но теперь он в спальне и в кабинете. Господи, как ты плохо подстрижен. Сходи в парикмахерскую завтра же. Я должен уходить. Посиди часок и уходи. Сегодня Алена рожает. Это кто? Папина жена. Ну что ж, поздравь ее от меня. А при чем ты и тут? Он на спектакле. На спектакле. Все прыгает, все бегает, все планы, иллюзии. Но со вторым ребенком ему следовало бы остепениться. Поразительный человек. Как вы будете жить там вчетвером? Устроимся. Мне жаль ее, бедная девочка. Что надо пережить, чтобы выпутаться из папиных иллюзий? Я бы хотела поговорить с ней и посоветовать ей кое-что. Не нужно, мама. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. У нас все хорошо. Да? Почему ты не женишься? Впрочем, отец себя поставил в такие условия. Ему бы следовало вначале дождаться внука. Племянник был бы старше дяди. Ну что ж, в его жизни все не как у людей. Мама. Ты его любишь? Я? Его? Господи! Это смешно. Почему это тебе пришло в голову? Я не о папе. Ты юбиляра любишь? Конечно. И что, ты счастлива? Боря, я так счастлива, что мне даже неудобно перед вами. Вот, ты не устроена. И отец, мне так жаль. Не нужно жалеть. Боря, ты должен уважать отца. У него была очень сложная жизнь, и он артист, а это самое главное. И наши годы, прожитые вместе, не вычеркнешь из жизни. И у нас есть ты, такой большой мальчик. Я хочу, чтобы ты поздравил папу и его жену. Я бы хотела ей что-нибудь подарить. Вот. Я ее купила в Праге. Только ее надо помыть. А, Ваня, а ты что, вышел из-за стола? Вот, надо куда-то поставить. А ну-ка, давай сюда. Давай сюда. Так. Все должно быть четко и продумано. Сначала заходишь ты. Нет, пойдем вместе. Пункт второй. Ты подаешь мне знак, захожу я и начинаю разговор о музыкальных номерах. Но я очень тебя прошу, ничего не предпринимай вне плана. Вот сегодня ты малость не рассчитал, понимаешь? Что? Тут же к нему с нашим делом и тут же к нему с Михалевичем. Слишком много сразу. Так может рассуждать человек, просящий милостыню. А не тот, за которым правое дело. Ты согласен?
Да. Ну? В общем-то, да. Это роддом? Здравствуйте. Добрый вечер. К вам сегодня ночью привезли Петрову, Алевтину Михайловну. Скажите, она еще не... Ага. Сходите к Скуратову. Скажите, что я прошу зайти его на минуту. Хорошо. Ты только постарайся. Все будет прекрасно. Думай только о хорошем. Поляна, цветочки. Приданы еще не покупали? Нельзя покупать. Это плохая примета. Мы ничего не покупали. Ты знаешь, над тобой надо сегодня шутить. Это примета есть такая. И даже не только шутить, а подыздеваться. Тогда провидение пожалеет тебя и встанет на твою сторону. А сосредоточенно ждать нельзя. Это значит искушать судьбу. Мы ничего этого не знали. Ну ничего, дорогой. Все будет в порядке. Сильвия, ты уезжаешь? Да, так будет лучше для тебя и для меня, Эдвин. Да-да. Можно? Здравствуйте, я вас поздравляю. С чем? Я смотрю спектакль, это замечательно. Мой папа сказал мне, чтобы я подо... Присаживайтесь. Спасибо, возьмите, пожалуйста. Спасибо. Вы хотите быть актером? Да. Вы чувствуете в себе талант? Очень. Позвольте, я вам прочитаю. Пожалуйста. Вам здесь удобно? Спасибо, да. Угу. Александр Блок. Сергею Городецкому. Сольвейк. Ты прибежала на лыжах ко мне, улыбнулась пришедшей весне. Жил я в темной бедной избушке моей, много дней без камней, без огней. Но зеленый веселый твой глаз мне блеснул, я топор широко размахнул, я смеюсь и крушу вековую сосну, я встречаю невесту весну. Пусть над новой избой будет свод голубой, полно соснам скрывать синеву. Это небо твое, это небо мое, пусть недаром я гордым слыву. Под моим топором, распевая хвалы, раскачнулись в лазуре стволы. Голос твой, он звончей песен старой сосны, Сольвик, песни зеленой весны. Хорошо. Я заикаюсь. Разве я не заметил? Меня отговаривают, но я пойду. Идите. Идите, и, как говорят, идите, живите и умрите в театре, если сможете. Смогу. А если он вас отбросит? Нет. Он имеет на это право? Имеет. Это капризный бог. Вы хорошо читали, Миша. Я бы так не смог. Спасибо. Что, позвольте? Откройте! Ничего не понимаю. Откройте двери! Немедленно откройте! Что за глупые шутки? Кто там есть? Откройте! Откройте! Откройте же! Ну, что за глупые шутки? Откройте!
А, оставьте, Миша. Так надо. Это шутка. Ну ладно, откройте. Ну, пошутили и довольны. Ну, откройте. Кто там есть? Откройте! Что случилось? Немедленно откройте. Я не могу. Это Петров? Да. Что случилось? Меня закрыли с той стороны. Случайно. Да, товарищи, принесите, пожалуйста, ключ от 45-й гримуборной. Будьте любезны. Какой-то неправдоподобный случай. Весьма в духе нашего театра. Я как раз намеревался зайти к вам, и вот... Если гора не идет к Магомету... Уверяю вас, никто не виноват. А кто находится рядом с вами в гримуборной? Я. Со мной сидят Гринько и Михалевич. Но Михалевич почему-то не вызван на сегодняшний спектакль. Я усиленно рекомендую вам беспокоиться о собственном пребывании в театре. А Михалевича подумают другие. Кто это другие? Я не понимаю, это заговор? Ну, почему? Не заговор. Какой это не заговор? Принесет кто-нибудь ключ, наконец? Сейчас. Игнатий Степанович, я вам убедительно вам советую не принимать никаких окончательных решений в таком состоянии. Феноменально. Товарищи, разойдитесь по своим гримуборным и готовьтесь к началу второго акта. Игнатий Степанович, я надеюсь, что мои слова дошли до вашего сердца. Ну? Послушайте. Ну, я слушаю, слушаю. Животные, понимаете, животные. Какие животные? Любые. Они убивают своих слабых собратьев. Если олень хромает, ему не выжить. Если волк потерял силу, он обречен. Слабый в стае обуза. Вы слушаете, Игнатий Степанович? Ну, я слушаю, слушаю, что? Ничего. Но мы ведь люди. Игнатий Степанович, понимаете? Мы люди. Правда. Вот. Господи, как я устал. Ты прости, Аркаша. Все не по плану. Устал смертельно. А до отпуска еще далеко? Собственно, совсем недавно, из отпуска. Ага. Здрасте. Здрасте. А кому, собственно, пришла идея первого концерта Петра Ильича Чайковского? Музыка Аркаши Гринько. А идея первого концерта, вплетенного, так сказать, в ткань современной темы, это наша общая идея. Фата Бена. Фрателли. Бред. Забудьте это, как дурной сон. Михалевич остается в театре. Ты слышал, что он сказал? Он что-то понял. Выше голову. Я же говорил, что это не победа, но еще один шаг к ней. Ну, что, мой молодой коллега, вы хотите увидеть, чем это кончится? Да. А. Прошу всех на сцену к началу второго акта. По-моему... Он как-то неконкретно сформулировал заключение. У Скуратова двойни он не может. Помогите. Ну и пусть у них двойня. А у нас один, но зато какой? Сын.
Пойдите, скажите молодому человеку в коридоре, что он уже брат. Хорошо. Ну? Молодой человек. Ну что, нравится? Позволите позвонить? Минуту, не больше. Сообщите, пожалуйста, только осторожнее, Петрову, он сейчас на сцене, что у него родился сын. Да, сын. Лучше быть на свадьбе с батом, чем молодоженом. Лучше все же быть богатым, чем всего лишенным. Лучше кружкой пить вино и влюбляться заодно. Пусть король на всех. Тут не мужчина, у кого нет дочери. Что? Ну, понимаешь, тут не мужчина, у кого нет дочери. Не понимаю, что? Сын у тебя. Ты понимаешь? Сын родился. Позвольте еще пару минут. Майя. Майя. Маечка, не бери трубку. Прошу тебя. Майя. Что ж ты не отвечаешь? Я бьюсь, как об каменную стену. Я виноват. Ну, скажи. Ну, я знаю, я виноват. Я виноват, Майя. Я виноват, родная. Я не могу без тебя. Ничего, милая, это не страшно. Небольшое кровотечение и все. Мы его сейчас остановим. Вы что, не видите? Вижу. Так что же вы стоите?
Это дело нужно отметить. Место закрыть сейчас. Да ему сегодня не до нас, что? Женщины, все цветы сегодня отдаем только мужчине. Конечно, конечно. Поздравляем, поздравляем. Прошу, триумфатор. Все цветы сегодня. Только ей. Только ей. Позовите Скуратова. У него же двойня. Когда это было? Что за дурацкая манера возражать? Позовите. Все будет хорошо. Ты меня слышишь? Все будет хорошо. Все хорошо кончится. Поверь мне, у нас с тобой такая сила –